Доброго времени суток, сегодня с вами я, Валерий. В этом видео я хотел бы сделать обзор по поводу Call of Duty Black Ops 3 Hardened Edition, которая вышла сегодня, 5 ноября. Вот, значит, передо мной лежит коробочка со стилбуком, концепт-артами и виртуальными предметами. Ну, выглядит она как обычная коробка на PS4, а, значит, открывается она сверху, не как в предыдущей Advanced Warfare, когда открывалась сбоку. Ну что ж, давайте приступим к открытию коробки. Значит, вчера, 4 ноября, проходила премьера официальной Call of Duty Black Ops 3 в России. Значит, в чем ее плюсы? Это, во-первых, продажи за день до мирового релиза в 9 часов вечера по Москве. Также разыгрывались призы наподобие PlayStation 4, подписки на PlayStation, игра, DualShock, были различные конкурсы. Ну и самое главное, можно было сыграть против команды игромании. А, к сожалению, команда игромания не показала никаких результатов. Она выиграла всего лишь одну игру из, по-моему, 6. А остальные все игры выигрывали читатели. Так, ну что ж, открыли мы коробочку. И здесь у нас лежит две вещи, слева и справа. Значит, слева это стилбук, справа у нас конверт. Давайте с конверта начнем. Значит, в конверте у нас должны лежать концепт-арт. Да, вот концепт-арты. Значит, конверт очень тоненький, с разными цветами. Внутри он оранжевый, сверху он черный. Снаружи, точнее. Значит, здесь лежат концепт-арты с, по-моему, 9 специалистами. На передней части картинка специалиста, а на задней ее способности с текстом. Так, ну а теперь самое интересное, это стилбук. Давайте я его открою. Напомню, что на предыдущем стилбуке от Call of Duty Advanced Warfare был изображен Гидеон, персонаж из Advanced Warfare. Значит, с другой стороны стилбука нарисован персонаж из Zombies, и открываем коробку. Значит, слева у нас Season Pass, то есть сезонный пропуск на 4 DLC, то есть 4 комплекта по 4 карты где-то. Значит, бонусные вещи в игре. И тут рекламка у нас Call of Duty Hero. Кстати, очень хорошая игрушка на Android и iOS. Руководство пользователя классические. И здесь у нас лежат вещи, которые виртуальные, которые можно применять в мультиплеере. Значит, это карта Nuketown, два оружия, Giant Zombies и, значит, камуфляжи. Ну, камуфляж, разумеется, к оружию. Ну, а здесь слева, справа у нас лежит диск. Обыкновенный диск. Значит, обзор мне очень понравился, советую приобрести поклонникам, ну а те, кто не любит Call of Duty, не советую раскошеливаться на это издание. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Валерий, подписывайтесь на канал, до свидания.